он так хорош? Ну, когда дело касается... Отражает удар Льюрис. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Лусьян. Ну и шайзе! Мяч остался у него. Сами вот так он умеет. Гол Сами Аль-Джабера. 1-0. Сейчас будет веселее. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Нужно было сохранить этот мяч, к тому же никто не мешал. И там есть кому мяч принять. Пас на Диего Форлан. Справляется с ударом Льюрис. Это была всего лишь попытка создать что-то опасное. Как же здорово сыграл вратарь в последнем моменте. Один из ярчайших моментов в этом матче. Перенс Пушкаш. Сейчас надо сравнивать. Голкипер на месте, справился с ударом. Пошла подача. Хороший пас на соперника. Удар. Голкипер справляется с ударом. Итак, еще одно стандартное положение. Дает арбитр игру продолжить. Давид Трезеге. Атака не получилась, это потеря. И Кингс уже в штрафной соперника. Нужно хорошее завершение. Вратарь выручает свою команду в этом эпизоде. Тоже вариант, разыграли на коротке. Как здорово он игру читает. Жордан Амави. Из-за боковой будет мяч в игру вводить. Мяч потерян, надо перестраиваться. Форлан. Мяч у Накаты. Саид Аль-Увайран с мячом. Этот удар не прошел. Потеря. Все, в оборону. Немного точности не хватило этой передачи. Мяч уходит в аут. Хидетоси Наката. Пас на Саида Аль-Увайрана. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Хорошо идет вперед, все ближе к воротам. Теперь очередь соперника атаковать. Диего Форлан. Хорошо работает с мячом. И как пробил. Судья уверенно показывает на точку. Пенальти. Важный момент, можно еще больше укрепить свое лидерство. Удар в пенальти, гол!